Сегодня я делюсь с вами потрясающим рецептом оладушков из овсянки. Кстати, они подойдут для фитнес-завтрака. Ну что ж, поехали! Итак, нам понадобится овсянка, яички, соль, обезжиренный творог, разрыхлитель, растительное масло, обезжиренное молоко. Берем миску, туда ссыпаем овсянку. Нам понадобится 3 белка. Отделяем. Столовая ложка растительного масла, соль по вкусу. Выливаем наше молоко, чайная ложка разрыхлителя. Теперь все содержимое тщательно перемешиваем. И оставляем на 15 минут. На горячую сковородку с оливковым маслом выкладываем наши оладушки. Оладьи получаются сытными. А сейчас переворачиваем. Румяненькие получились. Вот такие оладушки. Приятного аппетита!